честности. Она не умеет врать. Она всегда мне говорит все открыто. Она не скрывает ничего. Для меня это было диким удивлением, потому что привык, что люди что-то умалчивают. Или, ну, соврать просто, так будет проще. Нет, она скажет правду. Всегда. Меня это покорило. Но еще ее глаза и ее улыбка. Он понравился тем, что он себя вел не как мальчик, он вел себя как мужчина. Он ухаживал за мной. Он с первого дня проявлял все знаки внимания, которые существуют. Он дарил букеты, ухаживал красиво. И как в сказке было. Алиночка, солнце мое, я тебя очень сильно люблю. Я очень рад, что ты появилась в моей жизни, ты ее поменял просто ног на голову. Мы с тобой переехали в другой город и завели кошечку, построили быт. Ты стал для меня членом семьи, ты моя семья, ты часть меня. Без тебя я не представляю себя. Вот я тебя люблю. Саша, я тебя люблю за твои красивые глаза, за твою невероятную улыбку, за то, что ты всегда поддерживаешь меня, оберегаешь, любишь, несмотря ни на что. Я тебя очень сильно люблю. Друзья мои, вы знаете, сегодня мы становимся свидетелями по-настоящему уникального события. Каких-то 5-6 лет назад Саша и Алина даже не были знакомы друг с другом, а сегодня они становятся самыми близкими людьми на свете. Сегодня они становятся не просто мужем и женой, сегодня они создают семью. Самое важное, что есть в жизни у каждого человека. Thank you.
Вот, но сейчас появится та самая, которая заставила его влюбиться в одну секунду, как только он увидел ее глаза. В сопровождении своего брата под вашу бурную овацию встречаем нашу очаровательную невесту Алина. Бросим! Его сильно зацепили глаза той девочки с экрана смартфона. Саша даже показал фотографию другу Жене. Женя, ты где у нас? Вот, ты красавица. И сразу признался, я в нее влюбился. В итоге, что он сделал? Правильно, пролайкал все фотографии, потом получил в ответ те же самые лайки. И этой девочкой оказалась Алина. Давайте еще раз ее поаплодируем, красотки. Красивый, взрослый, умный. Самое главное, очень заботливый. С первой минуты их общения складывалось так, что они подумали, что вот оно случилось. Мы встретили друг друга. Но на тот момент она находилась в Артеке и показывала его своим подружкам, да, все правильно, хвастались. И небольшой диалог, цитата. «Ален, ну как тебе, мальчик? Он меня из Артека ждет. Хочет встретиться». Алена ответила, ну ничего такое. Ты только сразу не влюбляйся. Ты у нас такая влюбчивая. С того момента, знаете что, они не расставались ни на один день. Даже когда в будущем начали снимать свои тиктоки. За это вам отдельное спасибо. Последующие встречи были редкими, но очень волнительными. Алина занималась теннисом 3 раза в неделю, а Саша ее подвозил домой после каждой тренировки. Да-да-да, знаете, мама, знаете, подвозил. И ровно эти 40 минут 3 раза в неделю были самыми счастливыми, которые они проводили вместе. Они были счастливы ровно так же, как и сейчас. Они влюбились с первого взгляда и с первой встречи. Вместе им спокойно, а друг без друга они не могут. Они стали единым целым. И знаете, в один момент ты встречаешь человека и понимаешь, что вот он, твое самое настоящее счастье. Тебе с ним комфортно, тебе с ним хорошо, и ты наслаждаешься этой жизнью. Когда приходит такое ощущение, остается сделать следующий шаг – создавать семью. Он купил кольцо и пригласил Алину в ресторан. В этот вечер чувства его переполняли, и в самый неожиданный момент он достал коробочку и протянул ее Алине. Она немножко удивлена была, да что там немножко, она была в шоке. И вместо того, чтобы сказать ответ, она спросила, ты мне делаешь предложение? Я что-то не поняла. Он говорит, да, делаю. И в тот момент все произошло, и как вы думаете, что она ответила? Раз мы находимся здесь, она ответила ему, да, поддержим.
Любимые, дорогие наши Алиночка и Саша, поздравляем вас с этим прекрасным, замечательным днем вашей жизни. Пусть любовь, дружба, доверие, понимание и поддержка пройдут с вами через всю вашу жизнь. Будьте счастливы, мы вас любим. Говорить не буду, но самое главное для мамы — это счастье ее детей. Если счастливы дети, то счастливы и мама. Главное — здоровье и счастье, и любите друг друга. Вы знаете, что я вас очень-очень сильно люблю, всегда любила и всегда буду любить. Будьте счастливы, я вас очень-очень люблю. Я вас тоже очень-очень люблю и всего-всего вам доброго. Счастья, здоровья, любви! Очень рад, то, что вы прям так нашли друг друга. Вы прям, как знаете, как не разлей вода. Вот как вот вы начали встречаться, и ничего от вас я того, что что-то там не так или что-то не то, вообще ни разу в жизни особо не услышал. Вы вот прям как держитесь друг за друга, так и держитесь. И поэтому желаю вам, чтобы с каждым днем все только приумножалось. И любовь, и взаимопонимание, и радость. Вот. И я думаю, все, кто здесь есть, и все мы постараемся помочь вам в этом. Долгий путь от семейной жизни. И уступайте друг другу, будьте счастливы. И самое главное, имейте общие интересы. Общие интересы, они объединяют. Вот Кирочка сказала, что она играет в теннис, занимается йогой. Все началось от дедушки с бабушкой. Поэтому и все это продолжается. И самое главное в семейной жизни – терпение. Терпение. И в семье кто-то один молчит. Это обязательно. Уступать. Да, да. И не переступать какую-то черту, за которую переступать нельзя. Нельзя просто переступать. Вот и все. Много-много сил. Они понадобятся. Много сил, здоровья и энергии. Мы вас любим. Счастья вам. Занимайтесь спортом, теннисом, йогой, бегом и, да, любите друг друга. Дорогие мои, и Саша, и Алиночка, вам Вселенная подарила такой шанс, знаете, быть вместе. Вот смотрите туда, у Вселенной. Знаете, что вы должны быть вместе, по любви, по дружбе. Ни на какие упреки, там, какие-то мелочи, обиды, ни на что не обращайте внимания. Это такая ерунда. Потом пройдут годы, и вы будете думать, как я обиделся там на то-то, на то-то, на что-то. Поэтому будьте счастливы, огромной вселенской любви. Всего-всего доброго, чтоб шли по жизни рука об руку. Счастья вам на долгие-долгие. Thank you.
Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять по битам друг за другом ходим, как ты там. В моем телефоне не спроста, не подобрать пароли твоему сердцу, что ли. Скажу спасибо городам, что не разделили нас. Зачем мне быть отдельно от тебя, ведь я так не хочу сейчас. Может, эту песню никогда ты не услышишь, но я вновь на нашей крыше вспоминаю, как ты дышишь. Как же ты дышишь? Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. А может быть, счастье нам не найти? И если честно, ты не моя невеста, но так много пути с тобой мы прошли, чтобы найти свое место вместе. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Ребята, давайте их поддержим, давайте так же выйдем на танцпол, вместе потанцуем. Ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять. Сегодня самый счастливый день в вашей жизни. Я вот не знаю, я много лет, скажем так, прожила, но вот мне кажется, что главное в жизни – это вот мечтать. До тех пор, пока у вас есть какие-то совместные мечты, вы будете двигаться вперед. Вот как только это перестанет, вот это вот двигать вашу жизнь вперед, все станет неинтересно. Поэтому вот я желаю вам мечтать, двигайтесь вперед, ничего не бойтесь, пусть вас не волнуют никакие коммунальные платежи, платья. Вот такая-то фигня вот в этой жизни. Любите друг друга, наслаждайтесь жизнью, пока вы молоды, счастливы. Берите от этой жизни все. Ну, я не знаю, я желаю вам любви, и чтобы все у вас было хорошо. Родите хороших и здоровых деток. И пусть они радуют вас так же, как вы радуете своих родителей. Будьте счастливы. Алина, ты всегда была уникальной девочкой. Поражала нас своим каким-то жизнелюбием, каким-то отношением к окружающим, каким-то внутренним светом. И к тебе притянулся Саша. И вы стали одним целым сегодня. Мы вас поздравляем с этой знаменательной для вас датой, днем. Желаем, конечно же, чтобы у вас в семье
было всегда взаимопонимание, чтобы вы друг друга жалели, чтобы уступали друг другу. А любовь, я вижу, есть у вас, она струится из ваших глаз, мы все это все сейчас ощущаем. И вот эта любовь, она позволит вам преодолеть все трудности, которые будут на вашем пути. Но я вам желаю, чтобы их было как можно меньше, и вы к ним относились слегка, с легкостью. И тогда по жизни вы пройдете рука об руку, и у вас очень будет много счастливых, добрых моментов. Алин, будь счастлива, Саша, Алина, стройте этот шалаш. Пусть он будет внешним, может быть, красивым, может быть, некрасивым, но главное, чтобы внутри был рай, главное, чтобы внутри была семья и внутри был вот этот семейный уют. Я вас очень люблю, поэтому любви, счастья и с днем вашей свадьбы. Смотрю на вас, вы идеальная пара. Я верю, что есть любовь, потому что, смотря на вас, она реально есть. Я вас очень люблю, мама и папа, названные мои, потому что в какой-то момент они очень обо мне заботились и так далее, и я называла их вторым и мамой, и папой. Настолько мы вот близки, и теперь официально они реально мама и папа. Я вас очень люблю, и я вас очень счастлива за вас, реально. Много говорить, и просто хочу сказать, что я вас очень безумно люблю, безумно рада за вас, что сегодня создалась именно вот такая семья, и я детей жду, крестиков, извините, как бы я претендую на роль... Нет. Рано. Я претендую на роль крестной. Так, я хочу... сказать тебе, Алин, что я очень рада, что сегодня я здесь, рядом с тобой. Ты всегда будешь меня видеть, пока не уволишься. Вот. Любви вам, ребят. Будьте счастливы. Очень много детей, чтобы на всех нас, ну, как бы, извините, хватило. Мы поможем. Я очень рад здесь присутствовать в честь такого замечательного мероприятия. Я за вас искренне счастлив. Я уже вам сказал там, ну, шепнул почти на ушко, что да, что вы когда смотрите друг на друга, то есть это видно, что вы созданы друг для друга, и у вас даже глаза похожи. Ну, то есть если меня спросонья кто-то из вас бы разбудил, я сразу не понял, кто это был бы. Вот, ну там... Если просто разбудил и ушел, то Алина, если разбудил и там погладил, то точно Саша, ну, мы с ним просто дольше знакомы. Вот. Я хочу вам пожелать, чтобы вы запомнили сегодняшний день. И вот я скажу, хоть я не романтик, да, совсем, но вот у меня есть такая небольшая мечта для себя. То есть я хочу один раз жениться и до конца жизни. Вот, по-моему, это классная вещь. Я абсолютно искренне хочу пожелать вам того же самого, чтобы вы встретили зрелость, ну, вторую зрелость, да, старость вместе, чтобы вы всегда были вместе в любых вопросах, в любых каких-то проблемах. Вы всегда находили вместе выход, и ваша любовь покоряла все вершины. Я хочу пожелать, чтобы у вас было взаимопонимание, и главное, доверие друг другу. Это очень важно. Вот, вы очень хорошая пара. Видно, вы созданы друг для друга. Я очень за вас рад. Я хочу вам пожелать самое главное счастья, любви взаимной. Чтобы
вы были всегда вместе, чтобы никакие там ссоры, какие-то неурядицы, проблемы не смогли вас разлучить, чтобы мы лет так через цать, да, вместе собрались, вот, и снова любовались вами так, как мы любуемся вами сейчас. Я с теплом вспоминаю день рождения Алины в том году, 20 лет. Они нас с Артемом позвали. Семья, бабушка, мама, ну, родителей Алины нет. Мне было очень приятно на этом празднике, потому что у вас с обеих сторон замечательные семьи. Очень тепло, уютно на этом празднике. Я уверена, что и вообще каждый день. Вот я желаю вам, чтобы ваша семья была продолжением ваших семей. Я до поры до времени думал, что семейная жизнь – это когда один максимум для другого, другой максимум для другого. Вот. Но, наверное, мы взрослеем, мы меняемся, у нас мы что-то читаем, что-то новое узнаем. Вот. И в последнее время я понял, что идеальная, наверное, жизнь – это когда идеальная совместная жизнь – это когда ты в кайфе, она в кайфе, вот, и просто вы вместе, вот. Давайте так, давайте в будущем, с сегодняшнего дня, вы максимально будете делать так, чтобы было хорошо вам. Вы будете стараться с этого дня, чтобы вам было максимально круто, максимально счастливо, чтобы вы ни единого дня не заканчивали с мыслью о том, что сегодня было что-то не так, сегодня было что-то не очень. Вот. Чтобы ваш каждый день приносил вам радость, чтобы ваш совместный, каждый прожитый день приносил вам максимум счастья. Вы этого достойны. Вы потрясающие люди. Поздравляю вас. Целую вас и всего вам самого-самого наилучшего. Всего вам самого наилучшего, чтобы сейчас вы жили счастье в мире, самое главное в мире, потому что вижу я только вас, когда приезжаю к вам в гости. Вы всегда в мире, всегда в понимании, всегда делаете, там, делите свои там, зоны ответственности друг на друга, все, у вас все идеально. Пожалуйста, оставайтесь такими же хорошими, гостеприимными. И всего-всего вам. Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. So long living, these heavy clouds following me. I can't go on, I can't go on running with these muddy roads holding my feet. Be one of these souls. Oh.
Друзья мои, честное слово, как вы хотели. Кто там за девочку был? Все? Победила девочка! Ну давайте так. Вот смотрите, я не буду сумму называть. Ну вот она есть и есть. Вот эти бабки большущие, огроменные. В ресторан сходить в Москве. Саш, у меня, конечно, нет опыта женитьбы. Я не бывал. У тебя как минимум уже больше опыта, чем у меня. Но я знаю некоторые секреты. У каждого мужчины после того, как он обретает семью, появляется нечто новое. То, чего он до этого не знал. Это называется заначка. Их у мужчины должно быть несколько. Ну, допустим, три. Две, про которые она точно знает. И одна, которая остается исключительно для твоих хотелок. Ну, возможно, зимнюю резину купить, я не знаю. Как-нибудь заколхозить автомобиль, что как это называется. Вот, ну, сделать что-то для себя. Возможно, даже на эти деньги купить ей подарок, о котором она давно мечтала. Я отдаю на первую заначку Саше. Сорян. Go! Smack my bitch up! Так, стоп, 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 девочки, мы что, по вашему мнению, паралитики какие-то? Это что такое? Мы вот так не танцуем? Нет, мы... Вы это видели вообще? Как они нас оскорбили сейчас? Ответочку дадим, да? Кто мы? Поехали! Побудь здесь дольше. Твоя. Немного дольше, дальше, проще, а ты увидишь сама. Мокрая девочка. Стоп, стоп. Вы бы себя сейчас видели. Вам бы, вот вам бы сейчас пачку 100 долларовых, и вы... Да, подожди, второй раунд, мы только разошлись, второй раунд. Девочки, я вам подскажу, у мужиков есть три движения, которые они часто используют. Первое движение, они только заходят на танцпол, такие, слегка, да? Потом они расходятся, такие, вау! И третий, расстрел. Может, вам это пригодится? 3, 2, 1, погнали. Девочки, встали! И расстрел! Стоп, стоп. Слушайте, я наконец-то себя раскрыл тайну. А вы не одна. Я только сейчас заметил. Вы представляете, что сейчас там внутри? Такое ощущение, что его пристегнули ремнями в спортивном каре. Да, и едут на скорости, и он там, вы двигаетесь, а он там... Ой, поздравляю. Смотрите, девочки, вы тоже что-то делаете, непонятно зачем. В какой-то момент вы думаете, вы тигрицы, вы такие, все, сейчас покоряю мужика одним движением. Вот после оперольки. В какой-то момент, просто во время дискотеки, вы такие, опа! Зачем вы это делаете? Ну, может, вам это пригодится. 3, 2, 1, погнали. Прикиньте, он скоро в рубашку начнет снимать. Хорошо, хорошо.
А, девочки, готовы? 3, 2, 1, поехали. Не, давайте тектоник, это не то. Девчонки, вы знаете, на кого сейчас похоже? Перед заправкой стоит вот эта кукла надувная, которая... Сюда, заезжайте. Ой, хорошо. Включать. Стоп. Парни, у меня к тебе просьба. Никогда в своей жизни, что бы ни происходило, не повторяй этого. Я тебя умоляю. Да, все копилки увидели. Как вы думаете, кто победил? Так, подожди, аплодисменты этой команде, девчонкам. Да, окей. Аплодисменты пацанам. Дурашки, вы зачем им аплодируете? Они вам мало, вы им громко. Вы сами сейчас себя закопали, вы продули. Are you alive right here, right now? We've crossed the line, but you're halfway back. Feels alone, you have got the none. We're here apart, cause it's somewhere across the water. Лежи через желудок, иди вари борщ. Поздравляю. Да это капуста, какой букет. Oh,
has got a way. They say we could do better. We're in a terrible state. We're coming out of trouble. I know your love's explicit. I know we could do something more. I know you're not seeing the life that we fought for. You should take your time, 'cause I hear you, and you're all I ever talk about. You should take your time, 'cause I hear you, and you're all I ever talk about. We've come a long way. We can only get better. Well, I've been out of shape, and you've been nothing but tired. Поверьте, самое важное, что есть в жизни, это вы, это ваша семья. И постарайтесь сделать все возможное, чтобы сегодняшний праздник не прошел просто так, вот зря. Все-таки вы все веселились, создавайте себе тепло, чуть больше, дети, как будто это все желание. И нам бы очень хотелось мамочкам, и не только, напомнить некоторые моменты. Может, тоже была свадьба когда-то. И не только свадьба. Самое же главное для родителей – это как растут их дети. Появились на свет, начали ходить, сказали первые слова, пошли в первый класс. Дальше что? Выпускной, институт, еще с ним. Пау! Взрослые. У них своя свадьба. Я уверен, эти моменты не забываются, но нам хотелось их чуть-чуть вам напомнить.